этом году в Казахстане отмечается 30-летие принятия государственных символов страны. В рамках празднования сегодня в Кустанае прошел областной форум патриотов, цель которого – выявить яркие примеры патриотизма и показать их среди кустанайцев. Как отмечают организаторы, таким образом они хотят прославить талантливых и самоотверженных граждан, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей малой родины. В этом году на конкурс была подана 41 заявка, победителями стали 10 человек. Порядка 7 человек у нас было в конкурсной комиссии, по уже заявкам отбирали. То есть основные критерии это были личные достижения, общественная полезность проводимой работы, общественная значимость проводимой работы, достижения в сфере, в рамках которой подавался номинант-кандидат, да, и активность, гражданская активность самого человека. Среди победителей Диана Мамбаева. Она учитель Ильичевской средней школы Карасузского района. Училась в Канаде, по программе «Была шаг». Несмотря на предложение остаться работать за границей, Диана вернулась на родину и сейчас преподает историю в сельской школе. Одна из основных моментов – это родители, потому что побыть с ними подольше, потому что я почти 4 года жила на расстоянии от них. Вот, одно из основных. И возможность поработать с нашими учителями, детьми, что-то внести вклад. В планах дальше обучаться, но в любом случае поддерживать связь этой школы, детьми, учителями. Среди победителей и Дмитрий Коптев. В 2017 году он организовал сообщество «Бег в радости». С тех пор клуб только растет, теперь они не только бегают в парке, но и вместе ходят в походы. Или же Серик Мырзалин. Он врач в Узункольском районной больнице. Во время пандемии работал в инфекционном отделении. Все победители награждены дипломами и подарками. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.